Всем привет, с вами я, Курочистый1, и это новый выпуск новостей Зиагорск. Сегодняшнее обновление получилось большим, можно сказать. Целый подарок, целая коробка обновлений, можно сказать. В общем, сегодня я снес старый аэропорт, который Калининский. По простейшей причине, потому что там очень маленькая, можно сказать, взлетно-посадочная полоса. Поэтому я снес ее, на месте старого аэропорта образовались гаражи, ну то есть гаражно-строительный корпоратив. Ну и еще сделаю, еще пристроим еще пару мелочей, в частности, вот супермаркет добавил перестроечного в стиле перестройки. АЗС, то есть, ну, не просто АЗС, а заправку самообслуживания. Еще АЗС самообслуживание. Ну, я такие вот заправочные станции самообслуживания видел у себя в Челябинске и даже в городе Щучьем, когда я езжу в деревню. Но в Якутске автозаправочные станции самообслуживания — это уже не в новинку, ребят. Можно сказать, не в новинку, поскольку они, можно сказать, чуть ли не постоянно встречаются на глазах. И да, в общем, остановка аэропорта была переименована в гаражи, в скобках ГСК номер один, то есть гаражно-строительный корпоратив номер один. Хочешь, что я сперва обновлю? Адрес Советская, 23, супермаркет на Медне, график работы с 7 утра до половины 11 часов вечера. Ну, выглядит он как обычный супермаркет, просто я собирался сделать как магазин Пятерочка, то есть из времен нулевых, но я переделал его под супермаркет времен перестройки. Ну, вы знаете, перестройка гласность, перестройка демократия гласность. Лозунги перестройки, которые появились в 80-х. Так, тут у нас обычные хранятся замороженные продукты, но вы часто их видели. А вот тут полки с обычными товарами. Рассказать мне нечего, поэтому едем дальше. Ну и стандартный склад, вот такой вот. Так, едем дальше, у нас такое АЗС-ное обслуживание. Ну и я вам недавно рассказывал, как все это выглядит. Едем дальше. И вот дальше уже начинается гаражно-строительный корпоратив номер один. Вот здесь вот именно начинается. Тут у нас охранник сидит, то есть пропускает по пропускам. Адрес КПП, Советская, 25А, корпус 1. Ну а дальше у нас такие вот гаражи, ну, вот в таком вот стиле. Так вот они выглядят, это просто коробочки. А внутри ничего. Вот, ничего, пусто, короче говоря. Гаражи, чего вы хотели, господи? Вот такие вот все почти одинаковые гаражи. А, ну да, точно, одинаковые, можно сказать. И, кстати, вот сзади гаражи, за гаражами находится вот прудик один, вот такой вот. Не знаю, как вы подумали, но я хотел изначально сделать болото. Но получился вот такой прудик. Ну что, как-то так. Общий туалет вот, в гараже. Вот, то есть, ну еще подметил там красный, то есть у нас женский туалет. Давайте вот здесь помечу. Да, с другой стороны голубой уже мужской, вот такой. Две кабинки. В общем, вот такое вот получилось обновление. Да, ребят, старый аэропорт Калининский, я повторяю вам. Пусть все. Извините, ребят, за остановку записи, но еще повторяю вам. Старый аэропорт Калининский закрыт. Сейчас вытрат. Начиная с этого дня, а именно 7 октября, аэропорт Воеводинский будет работать в полном объеме, несмотря
Вместо аэропорта Калининского. Вот еще одно обновление, это вот, вот такая вот хрущевка. Так вот соединена. Вот так вот соединена, вот так вот. А между ними магазин, не знаю, может магазин или даже фиг знает, что это. Но я оставил, в общем, таблички, типа, сдается на аренду. В общем, если у вас кое-какие идеи есть по этому магазику, магазинчику, то вы можете написать, что туда построить. Обращаться ко мне в Discord, вот он. Мой ник и четырехзначный тег выберите на экране или на экране, и вы можете смотреть его в описании под видео. И если вы можете, то вы можете ко мне в ВК заглянуть и искать в личке мне идею в личку. В общем, вот так вот. Так, тут у нас проход вот такой вот. Ну, не знаю, как у вас, но в таких вот хрущевках всегда должен быть какой-то проходик вот здесь. Ну, квартиры почти такие же, что и в других хрущевках. Здесь что деревянные, но... Но вот эту вот хрущевку просто я скопировал, повернул на 90 градусов. Потом скопировал еще одну и соединил вот так вот. А потом пристроил, так сказать, здание еще одно. Вдобавок. Ну и, можно сказать, сделал вот такой вот узор из каменных и кирпичных плиток. Вот так вот. Такой вот красотень вот на крыше. Ну и на этом, друзья, наша коробка обновления окончена, можно сказать. В общем, на этом наше видео подошло к концу, ребят. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. С вами... Как всегда, был Якуарш-1. Не забывайте писать идеи, что построить в Якуарске. Всем удачи и всем покедова.